За все время существования кино были сняты тысячи фильмов самого разного жанра, которые на протяжении многих лет радуют своего зрителя. Но существует одна категория, которая остается самой актуальной и востребованной. Это комедии. Немногие режиссеры осмеливаются снимать фильмы в этом жанре. Ведь заставить зрителя заплакать куда проще, чем заставить его засмеяться. А решить снимать новогоднюю комедию куда сложнее. Каждому взрослому человеку, не верящему в чудеса, в Новый год просто необходимо чудо, пусть и на экране. Заглянув на киноплощадку к режиссеру Фуркату Файзиеву, мы смогли увидеть, как рождается новогодняя сказка. Один день на съемочной площадке Фурката Файзиева. Художественный фильм «Здравствуй, Хэппи Жан-Ажул». Не так часто режиссер является сценаристом, да еще и актером. Фуркат Файзиев сочетает в себе три этих сложнейших профессии, поэтому работать с ним для всей съемочной команды легко и увлекательно. Основы глубокого понимания своего дела он унаследовал от своего отца, известного кинорежиссера, сценариста и актера Латифа Файзиева. Получив прекрасное образование в ВГИКе, он до сих пор не перестает искать свой собственный почерк в кино. И теперь Фуркат Файзиев пробует себя в новом жанре – кинокомедии. Об этом проекте я могу сказать «Здравствуй, Хэппи, Жан-Ажул» называется этот фильм. И по названию понятно, что история происходит в новогоднюю ночь. Если быть точнее, это накануне Нового года, когда буквально несколько часов до Нового года. И наш главный герой Макс, бизнесмен, попадает в комичную ситуацию фарсовую, когда обнаруживает постороннего человека в своем доме, в тот момент, когда он хочет пригласить свою возлюбленную, чтобы сделать ей предложение и встретить вместе Новый год. Для этого он приглашает повариху в дом, вот, и закручивается ситуация. То одно, то другое происходит. Там не хочется рассказывать весь сюжет, но картина сама по себе фарсовая. Кинокомедия. К этому жанру относятся фильмы, которые должны рассмешить зрителя и поднять его настроение. Если поставить в ряд самые популярные стили в кино – драма, фантастика, фильмы ужасов, то, безусловно, кинокомедия будет в этом списке на первом месте. Именно комедия появилась почти одновременно с возникновением кинематографа. И несмотря на то, что первые комедийные фильмы были немые, они пользовались невероятной популярностью.
Каждый день человек окружен сложными ситуациями и проблемами, которые, накапливаясь, могут привести даже к депрессии. И именно развлекательное искусство способно вывести его из этого состояния, сработать как антистрессовая таблетка. Поэтому картины, вызывающие задорный смех, веселье и улыбки, всем очень нравятся. Для зрителей этот жанр легок и доступен, но только не для съемочной группы. Работа над романтической комедией – предельно сложное дело. И чтобы задуманный сценарий воплотить в жизнь, снять действительно смешной и трогательный фильм, нужно приложить неимоверные усилия. Комедия – это действительно, я для себя это проверил, как бы сказать, практически на собственной шкуре это понял, что комедия действительно безумно сложный и безумно при этом интересный жанр. Как работается? Работается легко. По одной, наверное, причине, что собралась не съемочная группа, собралась не команда. Это собралась семья. Потому что съемки ведутся не в декорации, съемки ведутся не в каком-то арендованном помещении. Съемки ведутся в реальном жилом доме. Это дом, где мы с моей супругой, с Жанар Сабит, это и соавтор сценария, и композитор, и звукорежиссер этой картины. Мы здесь живем, это наш дом, поэтому и съемки делаем здесь, потому что писали сценарий мы вместе и писали под конкретные комнаты, под расположение комнат, под конкретный реквизит, который есть в нашем доме. Стараемся, чтобы атмосфера была максимально семейной, дружеской. Ну, хочу начать с того, что прежде всего, когда позвонили, написали смс-ку о том, что есть такой сценарий, и как я смотрю на эту историю, будем работать, нет, попросила выслать сценарий, почитать его прежде. Прочитала, сразу скажу, взахлеб, хохотала до слез. Мне очень понравилась эта история. Можно, наверное, начать с того, что всегда хотела сыграть именно в новогодней истории. С детства люблю эти новогодние фильмы, на которых мы все выросли. И было очень жаль, что у нас мало историй таких новогодних. Особенно если в этой новогодней истории романтика, как без нее. Наша новогодняя история, она такая, ну, как можно сказать, близко. Золушка, потому что новогодняя история, она обязательно должна заканчиваться хорошо. Должен быть хэппи-энд. Такой приятный послевкусие, если хотите. Когда после просмотра такое хорошее настроение, есть вера в будущее, в надежда какая-то. Все это было, когда я прочла сценарий. Было очень приятно то, что сценарист, режиссер, когда мне звонили, они говорили сразу, что все персонажи прописанные были под определенных героев. То есть от определенных людей. То есть они писали, они изначально знали, что, ну, видимо, чувствовали, что я соглашусь. Я не раздумывала. Мне очень понравилась эта история. Надеюсь, что мы снимем так же, как она написана, шикарно. И эта история получится, и зрителя зацепит чем-то своим, каждого своим. Проект «Здравствуй, Хэппи, Жанна Жил» особенный. Все съемки ведутся в доме, где проживает сам режиссер со своей супругой, Жанар Сабит. Много времени они совместно обдумывали сценарий, пытались правильно отразить на экране свое понимание жизни и отношения людей. Все хотят влюбляться, чувствовать связь с другим человеком. Это может быть очень трогательным и одновременно смешным. Ведь поиск своей любви и попытка построить с кем-то крепкие отношения, как правило, превращаются в катастрофу. Но иногда эта катастрофа превращается в счастливое стечение обстоятельств. Авторы хотят показать жизнь достаточно простой и сложной одновременно, где множество проблем и ежедневных сражений чередуются с радостными чудесными событиями. Все началось с моего дня рождения. Все как обычно, поздравления, пожелания. Но тут ко мне позвонила второй режиссер, Галина. Предложила мне принять участие в кастинге. Все довольно просто. Отправь просто видеопробы. Так как я живу в городе Шымкент, сейчас мы отправим тебе сценарий, почитай на главную роль. Ну,
класс, шикарный подарок, как бы. Я должен был сразу, она меня торопила, но почему-то я втянулся, и мне очень понравился сценарий, очень захватывает. И я почему-то сразу начал читать и, как говорится, не сразу ответил, не сразу отправил эти пробы. Но меня взяли. Фильм, сценарий мне сразу понравился, чем то, что на голову героя столько всего взвалилось, и это все надо, как говорится, расхлебать, это все надо по местам расставить, это все пережить. Запах ели и апельсинов, бой курантов и бокал шампанского. Наступает Новый год, и для всех это особое время. Время чуда и сказки, надежды и мечты. Именно в эти дни все ждут знаков судьбы, надеются, что все изменится к лучшему. И действительно, чудеса еще никто не отменял. Нужно просто верить, и они обязательно произойдут. Так бывает и в жизни. Так случилось и с героями этой картины. Проект мне кажется замечательный. Я думаю, что он удастся, потому что, давно у нас уже не снималось хороших комедий, да? Хороших, добрых, теплых комедий. Без каких-то там... каких-то намеков на что-то, да, вот просто комедия в чистом виде, вот. И я скажу так, что вот Фуркат Фазиев, с которым мы, в общем-то, давно знакомы, я думаю, что он давно уже так приглядывался ко мне, какую роль написать для меня. И когда он предложил еще, по-моему, это было даже весной, он сказал, что обязательно будем зимой снимать фильм, и это будет новогодняя комедия. Я сказала, yes, я за. Вот. И потом был прислан сценарий. Сценарий был прислан. Когда я его прочитала, я просто влюбилась в него, потому что я влюбилась в свою роль. Роль очень для всех знакомая, потому что это роль соседки, такой любопытной Варвары, которую на базаре нос оторвали. Вот. Такая соседка есть, наверное, в каждом доме. Каждая семья знакома с такой соседкой. Вот. Она присутствует практически всегда, везде, в курсе всех событий. То есть это такая вот... Я не буду раскрывать всех тайн. Вот. Но огромное удовольствие сниматься в этом проекте. Потому что замечательная, совершенно замечательная группа. То есть партнеры, с которыми просто приятно работать, потому что это не просто хорошие актеры, это просто хорошие люди. Если задать вопрос, от кого больше зависит, получится ли комедия, от актеров или режиссера, то может возникнуть спор. Но все же, конечно, успех картины зависит от режиссера. Тут нужно особое чувство. Видение полной целостной картины, как ее выстроить и как поставить. Основная мысль комедии, она немножко грустная. Основная мысль заключается в том, что человек одинок. В наше время, когда огромное количество информации, когда есть возможность общаться с людьми не только по телефону, а и там, по скайпу, видеозвонки и так далее. Но в любом случае человек одинок. И наш герой, он понимает, что несмотря на то, что жизнь бурлит, жизнь кипит вокруг него, происходят какие-то события, веселые, смешные, непонятные, грустные, но буквально за час до Нового года он понимает, что он один. И судьба дает ему возможность начать все с чистого листа, начать все заново. И он встречается с героиней, случайное, может быть, даже знакомство, открывает ему возможность найти человека, который его понимает, человека, для которого он не безразличен. Человека, который готов поступиться какими-то принципами, человека, который готов пойти на жертвы ради него, ради Макса. И наш герой,
он обретает этого спутника жизни и тем самым он понимает, что на этой огромной планете, которая третья Солнце называется Земля, он не одинок. Среди 7 миллиардов населения есть человек, которому он не безразличен. Ну, на мой взгляд, это хорошая новогодняя история, где нет ни отрицательных, ни положительных героев. У каждого своя история, своя правда, поэтому не буду раскрывать фабулу. Я думаю, зрители в свое время все увидят. Могу рассказать о своей героине. Это повариха, простая, скромная женщина, которая пришла. У нее появилась замечательная возможность заработать в новогодний вечер. Она одинокая женщина, растит своего взрослого уже сына, и вот она копит деньги на автомобиль шикарный, на «Москвич» для своего сына. И вот она приходит на этот заказ, и закручивается эта новогодняя история, о чем, собственно, наш фильм. Уникальность этого проекта еще и в том, что вся съемочная команда – это не просто по духу близкие люди. Это, можно смело сказать, единая семья. Долгие годы всех их связывают дружеские отношения. Поэтому и атмосфера на съемочной площадке по-настоящему семейная. Конечно, режиссер является генератором идей. Именно он вносит в работу фантастическую энергию, активность и бешеный ритм. Фуркат очень энергичный человек. И его сила, энергия и энтузиазм словно волна накрывает всю команду. Чем интересен мне этот проект изначально? Это такая своеобразная авантюра для меня, и я надеюсь, что для всей нашей съемочной команды это окажется таким, да, повернется все успехом. Поэтому я очень надеюсь, что зрителям понравится. Наверное, стоит сказать о, скажем, сложностях таких, да. Ну, для творческих людей, я думаю, это не совсем сложно, потому что когда занимаешься тем, что очень нравится, мы не смотрим ни на время суток, мы не смотрим на то, что мы там спали, не спали. Буквально сейчас, то, что мы записываем это интервью, у нас 4 часа утра, у нас петухи тут, как бы будет уже народ, и поэтому я думаю, что все вот эти наши старания и труды оправдаются именно тем, что зрители полюбят наших героев и будут действительно переживать вместе с нами всю эту жизнь, которая будет показана в фильме? Ну, для меня сложности в чем? В основном мне достаются роли добрые, такие положительные. Я обычно в фильмах мама, зритель меня знает, как порядочную жену. Это вот мои роли. А здесь, в принципе, тоже простая женщина, но в какой-то момент ей приходится выпускать коготки, где-то язвить. Где-то даже, ну, не стервы, но что-то близкое к этому. В общем, надо быть такой немножечко пожестче, что для меня, в принципе, в кино ново, но интересно. Скажу сразу, не все получается, но мы стараемся. Несмотря на то, что картину приходилось снимать ночью, ведь действие фильма происходит в новогоднюю ночь, на площадке царила бодрая, веселая атмосфера. Хотя команда работала в таком режиме почти месяц, но не было заметно ни малейшей усталости. Увлеченность творческим процессом, наверное, главное, что движет всей кинокомандой. Фильм наполнен нелепыми ситуациями, которые случаются не только с героями. Они напоминают нас самих в нашей повседневной жизни. И даже во время съемок постоянно возникают какие-то смешные случаи. Все шутят за кадром, и от этого атмосфера становится очень веселой, непринужденной, какая и требуется для комедии. Сложности работы над проектом. Единственная сложность – это погодные условия. Сами понимаете, как бы уже период зимний заканчивается. Единственное, что это не погода, скажем так, в киношном смысле. А в целом все хорошо, все нормально проходит, и более... Самое приятное то, что каждый из участников съемочной команды, актеры, все очень к этому проекту относятся как к своему родному чему-то, к какому-то своему детищу. И ничего сложного, кроме погодных условий, я здесь не встречал и, надеюсь, ничего не будет такого подобного. По замыслу создателей, это не просто легкомысленная комедия, которая направлена лишь на развлечение зрителя. Прежде всего, история, которая заставляет задуматься и посмотреть на свою жизнь иначе.
Основная и главная задача режиссера – донести до актера свои идеи, с его помощью воплотить их в жизнь. И, конечно, тонко чувствующий актер всегда является для него находкой. Он должен уметь, играя роль, посмотреть на себя со стороны и изобразить нужную эмоцию так, чтобы она была понятна зрителю. Режиссер – это все-таки капитан корабля. Это все-таки лидер в группе. Вот. В любом случае, по большому счету, последнее слово остается за режиссером, конечно. Но там высказать какие-то свои соображения, там, задать вопросы, вместе попытаться подумать над тем, что мы делаем, всегда можно. Потому что Фуркат, слава тебе Господи, во-первых, профессионал, во-вторых, нормальный, умный человек, в-третьих, мой друг. Вот, и мы можем об этом поговорить. При том, что я понимаю, что, во-первых, он режиссер, во-вторых, у него опыта побольше, чем у меня. Поэтому, как я уже сказал, последнее слово, конечно, остается за ним. Дружеская атмосфера всегда способствует импровизации. И некоторые сцены немного меняются. Актеры добавляют в них яркость и выразительность. Работа Фурката сложна и тем, что каждому нужно найти свой особый подход и открыть его талант. Некоторые роли были написаны под конкретных актеров. И вжиться в образ у них получилось быстро и легко. Не секрет, что взрослые, так же как и дети, любят сказки. И смотря картину, зрители примеряют на себя роли главных героев. А задача актеров – показать своих героев так, чтобы каждый человек смог увидеть в них частичку себя. Этот проект для меня на самом деле очень-очень большая школа. Причем школа практическая, когда ты здесь и сейчас обучаешься именно на площадке. Что касается коллектива, это замечательная команда, где действительно мы друг другу являемся членами одной семьи. Да? То есть это и сопереживание, это и поддержка очень сильная, потому что когда я переживаю как актриса, что вдруг что-то у меня не получается, я подхожу и прошу подсказать, вот, а вот как лучше сделать, чтобы донести, да, какой-то вот образ, донести какие-то слова нужные, с какой интонацией. И мы здесь все друг другу помогаем на площадке, и я думаю, что это такой бесценный опыт, который пригодится мне в будущем и в дальнейших проектах. Но самое главное, что мы учимся каждый день и каждую минуту на этой площадке. Поэтому я уверена, что весь этот опыт, который мы получаем здесь, он нам пригодится и в жизни. Для того, чтобы создать фильм, за кадром работают многие специалисты. Осветители, звукооператоры, художники-постановщики, гримеры. Искусство грима в кино имеет свою специфику. Он приспособлен здесь к условиям операторской техники и к характеру освещения. Для съемок крупного плана от гримера требуется особенно тщательное его нанесение. Краски для киномакияжа постоянно совершенствуются, для того чтобы на лице актеров они выглядели максимально естественно. Большое разнообразие красок – жидкие, твердые, в виде мазей и паст, сухие и жирные – помогают гримеру создавать необходимый образ. Во время работы используются три основных гримировальных тона – цвета загара, темно-розовый и светло-розовый, и 9 оттеняющих оттенков. Практически все краски быстро сохнут, легко смываются водой с мылом, а также не пачкают одежду актеров. Помимо косметики, гример использует многочисленные вспомогательные инструменты, служащие для нанесения красок на лицо. Основным инструментом для нанесения грима является кисть. Только после кропотливой работы гримера актеру можно будет приступать к съемкам. На самом деле комедия, это действительно, это считается самый сложный жанр, потому что легче заставить зрителя заплакать, чем рассмеяться, да? Вот, поэтому здесь всегда существует такая тонкая грань. Переиграть опасно, да? Потому что зритель просто не поверит. Не доиграть будет не смешно, поэтому вот эту вот тонкую грань по тонкому льду, по которому ты ходишь, очень сложно, да, существовать. Но когда существуют такие прекрасные партнеры, а на площадке надо просто получать удовольствие. Вот правда. Я в этом убедилась уже неоднократно, что когда ты получаешь удовольствие, зритель тоже будет получать удовольствие. Когда очередные съемки завершены, вся команда собирается и просматривает отснятый материал.
Они обмениваются мнениями, вносят свои корректировки в съемочный процесс. Это очень важная часть работы, которая заставляет более точно уловить ритмику и настроение будущей картины. «Здравствуй, Хэппи Жанна Жил» — это комедия не в чистом виде, а скорее лирическая комедия, где тонкий юмор сочетается с некой долей насмешки, благодаря чему фильм должен получиться весьма увлекательным и веселым. Создатели картины не снимают с расчетом на определенную возрастную группу. Она должна быть интересна разным поколениям. Этот фильм семейный, он для всех. Ведь успешные комедии служат своего рода социальным тестом. Они определяют, над чем люди с особым удовольствием смеются. И это многое может рассказать об обществе, в котором мы живем, о людях, которые нас окружают. Режиссер со своей командой хочет, чтобы фильм получился таким, каким был задуман, чтобы у зрителя возникло ощущение, что им рассказали о чем-то важном, поделились чем-то личным. Ведь в жизни, как в кино, всегда есть над чем посмеяться и над чем погрустить. Только кинокомедия может заставить зрителя плакать, смеясь. Благодаря таким фильмам мы можем получить море позитивных эмоций и отдохнуть душой от повседневных проблем. Пожалуй, ни один жанр кино не сравнится с комедией. Я вот к нашему зрителю хочу пожелать вот что. В последнее время у нас какой-то бум. Я считаю, что и театральный какой-то бум идет, и киношный бум. Очень стали снимать, очень много в Казахстане стали снимать хороших фильмов, на мой взгляд, очень неплохих, качественных фильмов. Вот. И это замечательно. Это не может не радовать, потому что я считаю, что надо смотреть свое, родное кино. Потому что мы далеко от Голливуда, да, где-то находимся. И у нас есть талантливые люди, талантливые режиссеры, талантливые актеры. И мы очень рады нашему теплому зрителю. Поэтому ходите в кинотеатр и смотрите наше кино. У нас оно хорошее, доброе кино. Давайте вспомним немножко наше хорошее, доброе, светлое, чистое кино. Пожелания зрителям. Здоровья вам, радости, любви, мира и достатка. Смотрите кино и получайте удовольствие. Я желаю душе всем счастья, здоровья и, конечно, любви. Дорогие зрители, мы снимаем кино для вас, именно для того, чтобы вы смотрели качественные фильмы, хорошее кино с хорошими интересными сюжетами. Мы стараемся для вас. И, конечно же, мы очень рады, что нам удается вносить свой хотя бы маленький, но все же вклад в развитие казахстанского кино. Поэтому смотрите наши фильмы, поддерживайте нас. И я думаю, что мы все вместе с вами, именно зрителями, сможем поднять наше кино на новый уровень. Спасибо вам большое за вашу любовь.